И продолжая тему переписи, победителем конкурса на создание талисмана Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года стала Наталья Иванова из Сызрани. Ее работа была признана лучшей из 70. В соответствии с положением в конкурсе ей будет выплачена премия в размере 50 тысяч рублей. Талисманом Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 выбран персонаж, представляющий собой сноп пшеницы с задорной улыбкой, украшенный ярким васильком. По мнению членов жюри, работа символически связана с сельскохозяйственной переписью, достойна по художественному исполнению, вызывает положительные эмоции и может быть использована при проведении информационной работы по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Выбранный талисман станет неформальным дополнением к официальной эмблеме Всероссийской сельскохозяйственной переписи следующего года, которая, напомним, пройдет с 1 июля по 15 августа, а на отдаленных и труднодоступных территориях с 15 сентября по 15 ноября 2016 года.